Ой, ребят, извините, пожалуйста, пожалуйста, за это недоразумение, но я продал уже 40 на один огурец за один жетон. Вот он мне. Да, у жетонов. Кучу вообще, кучу жетонов. Отлично. Потом можно будет себе что-нибудь еще купить. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Надо посмотреть. Тут кто у меня сосед. Кстати, ребят, просто тут все не любят делать таблички. А я, у меня ж память так, не такая сильная, как у этих большеголовых. Ой, извиняюсь. Вот. Я себе повесю табличку. Это точно мои ворота? Это вроде бы не мои ворота. Вот, блин, придется бегать. Нужно запомнить, как мне туда-сюда бегать. А вы тут что делаете? Ладно, гуляйте, гуляйте. Ура, ура. Как я рад, то, что у меня есть соседи. Надеюсь. Ладно, ребят, давайте сейчас надо найти моих соседей. Хочу их увидеть. Опа, а вот... Нет, это не мое. Блин, теперь я путаюсь. Нужно будет карту сделать. Хотя нет, карта не вариант. Лучше просто бегать вот так, как я. Зато пробежкой. Вроде бы я тут бегал, когда обратно домой возвращался, когда за кадром. Помните, ребят? Да, нужно бегать. Надо побегать. Надо побегать. Наверное, завтра куплю себе семена каких-нибудь других этих, как вот там, растений. Нифига тут толпа. Здрасте, здрасте. О, давайте запаркую, пока никто. Бегом. Опа, а тут еще один паркурит. Здорово. Блин. Ударился. Может, ты ничего не увидел. Тьфу ты, ну ты, это та разрушенная башня. Которую типа в кавычках разрушили. Точнее, которую разрушили в кавычках. Ну что ты надо? Не. Ребят, мне, кстати... Танюш, не упади. Ребят, мне, кстати, пришлось это, железную дверь, потому что я боялся то, что меня затопят этими жителями. Жетоны. Рам, зам, зам, зам. Ладно, хорошо. Так, это вроде бы ворота, и мои, надеюсь. Пожалуйста. Это мои, да. Видите, я тут себе наворочила. О, нужно похлебку. Наконец-то приступит день этой похлебки. А дверь куда я поставлю? А тут, чтоб не дуло иногда. Иногда реально дует. Хотя, а тут... А тут я верстаки поставлю вот так. Вот, все. Вообще идеальный балкончик. Вот так закрываешь. Дышишь. И обратно. Дышь, блин. Тань, ты чего? Ты проводишься? Так, Так, ребят, нужно будет печку потом затопить. А чем? Так, ладно, я сейчас пойду. Карты собираю.
О, ребят, я ковром буду печку топить. Ну, нельзя. Так. Так, ребят, придется чоли угольных найти. Блин. Ладно, куплю себе потом. А пока нужно, ребят, заняться чем-нибудь еще. Например, нужно будет купить кирку, чтобы делать подвал. Ладно, ребят, давайте пойдем купим кирку. Надеюсь, у него есть. А пока я бегу к мэрии, тогда не забудьте поставить лайк. Так, сделаю вот так. Я буду вот так идти прямо. Вот, все, теперь я точно не забуду как. Ладно, ребят, давайте. Сейчас я быстренько добегу там. Оформлю все. Блин, а что мне делать? Ладно. Так. Запоминаем. Ой, ребят, погодите, извините. Сейчас, погодите. Извиняюсь, ребят. Так, сейчас, ребят, давайте, пока, ребят, пока что, я включу запись, когда добегу.